Итоговые протоколы переданы общественной комиссии, на заседании которой были озвучены результаты всенародного голосования. Напомню, в каждом районе было предложено проголосовать за 4 общественные или придомовые территории. Всего же их было 16. В итоге в Адлерском районе наибольшее число голосов, а именно 13 812, набрала территория в районе домов 7, 13 и 17 по улице Лесная. В Костинском районе на участке для голосования пришло 35 431 человек. Самой популярной у них стала общественная территория на Мацесте. За нее проголосовало 12 995 горожан. Ну а благодаря активности жителей Лазаревского в этом районе благоустраиваться будет общественная территория на улице Победы, 62. Наиболее же активными оказались жители Центрального района. Там количество опросных листов составило 58 818. Из них за благоустройство территории от дома номер 177А по улице Пластунской до Барановской развязки проголосовало 30 115 человек. Список по благоустройству. В рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году попадают именно эти участки, набравшие наибольшее количество голосов. Мы с вами не можем отменять решения, которые были приняты гражданами. Поэтому просто с вами принимаем эту информацию и, естественно, будем теперь уже принимать необходимые действия для того, чтобы организовать на этих территориях проведение работ для их благоустройства. В каждом районе это по-разному называется, но смысл один. Это территория для прогулок, территория, где люди могут отдыхать. Выбранные общественные территории будут облагорожены за счет бюджетных средств страны, края и города. Другие территории, участвовавшие в голосовании, также превратятся в парки и скверы, но уже в следующем 2019 году.